Будемо продовжувати. Валерій Кривенцов, наставник металіста 1925. Спочатку прокоментую гру, потім ваші запитання, якщо вони будуть. Ну, скажімо так, команда сьогодні зіграла на результат. Забили хороших два м'яча і перші 30 хвилин, значить, виглядали ідеально. Все переміщення, все те, що ми тренували в течение этого зимнього збору, у нас все проходило. Повели в счете 2-0, а потом, не знаю, психология, боязнь за результат, отдали инициативу команде, пропустили гол еще в раздевалку, и второй тайм, ну, скажем так, больше отбивались, хотя несколько забросов, конечно, у нас опасных было, нападающие не сработали. А так, учитывая, что это первая игра весенней части, конечно, она очень нервная, и я поздравил команду с победой. Думаю, что заслужено. Также хочу, значит, поблагодарить каждого болельщика, который пришел на футбол, поддержал нас, потому что ваша поддержка нам очень нужна. Вот, приходите 19 числа, мы будем рады и видеть всех. Ну и опять же хочется сказать спасибо отдельно каждому человеку, который пришел нас поддержать. Запитання? Немає? Дякую. До свидания.